В Саратовской области ищут врачей и фельдшеров, которые будут работать в селах. Участники проекта «Земский врач» и «Земский фельдшер» получают единовременную выплату в 1 000 000 рублей. Средние медицинские работники – по 500 тысяч рублей. А медикам, которые готовы уехать работать в удаленные районы, предлагают 1 500 000 рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Региональный Минздрав приглашает специалистов принять участие в проекте. Саратовские школы будут соревноваться за лучшую программу развития. Как сообщает информагентство «Саратов-24», конкурс пройдет среди учебных заведений с низкими образовательными результатами. Проект 500+ Министерство просвещения запустило год назад. Его цель – повышение качества среднего образования. Участие уже приняли 252 школы из 25 российских регионов, в том числе 18 школ Саратовской области. В помощь сформированы методики адресной поддержки, сопровождение высококвалифицированными педагогами-наставниками. В качестве мотивации с сентября по ноябрь этого года будет проведен региональный конкурс среди участников на лучшую программу развития по переходу в эффективный режим. Энгельские юниоры выиграли 4 медали на первенстве России по гребле на лодках «Дракон». Соревнования сейчас проходят на озере Сазанка вместе с первенством по гребле на байдарках и каноэ. Участвуют юниоры и юниорки до 19 лет из 29 регионов. На дистанции 500 метров успешно выступили наши спортсмены, выиграли полный комплект медалей. Победителями первенства страны по гребле на лодках «Дракон» стали Олег Филимонов и София Суркина, серебро у Алены Арсентьевой, бронза у Владислава Агеева.